В этом году впервые Росреестр в Чувашии приступил к проверкам земельных участков без участия собственников. Называется такая процедура административное обследование. Скрыть самовольное занятие земель становится сложнее. На помощь инспекторам Росреестра пришли новые технологии. Электронные карты, спутниковые снимки, современные картографические материалы. Сравнивая материалы из разных источников с данными кадастра недвижимости, факты нарушения выявить стало намного проще. Мы предположительно выявляем признаки земельных нарушений. И потом уже мы вправе либо провести внеплановую проверку, либо включить этот земельный участок в план проверок на следующий год, либо, если достаточные данные, доказательства, то можем сразу вызвать лицо землепользователя на протокол. Как отмечают в управлении Росреестра, в Чувашии процедура оказалась эффективна. Проверку прошли более 200 участков по всему городу, в частности, по улице Богдана Хмельницкого и в коттеджном поселке Дубки. В большинстве случаев удалось выявить грубые нарушения законодательства. Мы составляем протокол, и если действительно, то есть доказывается нарушение, то привлекаем к административной ответственности. И, как вот мы не раз уже говорили, штраф за самовольное занятие минимальный 5000 рублей, а для юридических лиц 100 000 рублей. Административное обследование ускоряет процесс проверки. Раньше, чтобы выявить факт нарушения, приходилось измерять каждый участок. Теперь, благодаря космическим снимкам, появилась возможность обследовать целые массивы – коттеджные поселки, гаражные кооперативы, частные земли. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.